Добрый день, дорогие друзья. Примерно месяц назад я опубликовал пост, посвященный двуствольной колостоме. Ее выполняют с превентивной или профилактической целью после низких и ультранизких резекций прямой кишки для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия формирования анастомоза, минимизировать риски его несостоятельности, а если все же это происходит, минимизировать вероятность того, что последствия этой несостоятельности будут иметь значимые эффекты. То есть даже если несостоятельность возникает, нередко, а вернее чаще всего, наличие превентивной стомы позволяет создать условия, которые приводят к заживлению этого дефекта и в конечном итоге позволяют восстановить непрерывность толстой кишки. Сегодня я бы хотел рассказать о одноствольных стомах. Иногда они выполняются как окончательная мера отведения кишечного содержимого. Это после экстирпации прямой кишки, более масштабных операциях на органах малого таза, висцераций малого таза. Но порой тоже бывают временной мерой. Чаще всего, когда приходится оперировать на дистальных отделах толстой кишки в условиях неотложной ситуации, ну, например, непроходимости, обусловленной опухолью, или при перфорации опухоли или дивертикулита, в этих случаях выполняют так называемые обструктивные резекции, или иногда так называется операция типа Гартмана или операция Гартмана по одному очень известному талантливому хирургу, который впервые ее описал. Конструктивная операция после операции типа Гартмана, она более сложная, чем после формирования двуствольной стомы. Чаще всего ее удается, вернее, нередко ее удается выполнить лапароскопическим доступом. Сегодня мы также попытались это сделать, но у нас это не получилось. По вполне объективным и причинам были выраженные множественные плоскостные и шнуровидные сращения брюшной полости, что не позволяло там манипулировать в условиях карбоксиперитонеума и без открытого визуального контроля. Более того, даже перейдя на открытый режим, операция длилась довольно долго и была технически очень непростой ввиду вот этих сращений, которые сформировались. Так бывает, это трудно прогнозируемо. Всегда окончательное решение принимается во время операции. Ну вот, такой у нас был сегодня случай. Смотрите репортаж из операционной.